Ну, всем welcome, это снова я, DNGP. Сегодня у нас хорошая погода. Я решил немного записать видео из Акихабары. Это район электронных всяких там вещей и компьютеров, аниме. Но, к сожалению, тот магазин SoftMap, где я был в прошлый раз, закрыт на ремонт. И вы видите, здание полностью здесь закрыто и ни туда не пускают. Но я нашел другой магазин, Пасокон называется, или как более короткое название, просто ПА. Посмотрим, что в нем продается. В целом, это один из самых таких недорогих магазинов. Компы есть. Full HD. BenQ 168 тысяч. Что там внутри? Вот сами видите. Ну, особо толком здесь вообще ничего не написано. Какой проц, какой Z Division, Core i7, а тут Ryzen стоит. Ну, судя по всему, там внутри Ryzen. Но в деталях здесь вообще ничего не написано. Здесь только это Моник, да? А вот на этот комп, где спецификация, хрен его знает. А, ну он вверху, а не. Вот она, Zeta Division. Core i7. Ну вот за 400 тысяч вот написано цена. Все видно, да? 4070 Ti Super. i7 14700KF, 16 оперативки, 1 терабайт SSD-шник M2. В целом такая средненькая комплектация, но стоит 402 тысячи йен. Это прилично, я бы сказал. Очень дорого за такую сборку, поэтому лучше, наверное, смотреть эти запчасти или что-то еще такое. Кстати, здесь же есть эти новые Rogali. Вышел же недавно он. Как недавно, так относительно, всякие вот игры поиграть, если у вас есть желание. Классный девайс, но по мне так лучше какой-нибудь Steam Deck или еще что-нибудь. Вот, кстати, он включенный, а это другой, подожди, очень похоже на Rogali, слизанный с него, это MSI, да, а это роговский. Да, кстати, вон, я не посмотрел, просто вверху написано. Да, что тут только нет. Вот написано клавы мыши, тут цены логикулы за 11 тысяч, за 33. Тоже логикул, но это тот же аналог Logitech, только в Японии, за 33 тысячи, там мышь, клавы и наушники. Rogali стоит 100 тысяч йен. Вот этот MSI тоже стоит также 100 тысяч. Да, я думаю, это даже один и тот же, ну, начинка одна и та же там. Давайте сравним. Тут Windows 11, 7 дюймов экран Full HD, здесь 7 дюймов экран Full HD, 120 Гц, так, Core Ultra 7. Здесь что стоит? Здесь стоит Ryzen Z1 Core 8 Core, там 5.1. Здесь, значит, Ryzen, здесь этот самый Core Ultra 7. DDR5-16, DDR5-16, SSD на 1. Здесь SSD на 512. Ну, в целом, по спекам... Это даже побольше места там у него. И процессор Core Ultra 7. Но я не смотрел сравнительный тест, поэтому ничего не буду говорить. Какой лучше процессор, то если вам интересно, гляньте в инете там все эти тесты. Все. Вот, кстати, Steam Deck. Это для любителей, кто на компе любит в стимовские игрушки играть. Он классный такой, новый, походу. Это новая версия вышла, OLED-овский. Да, видите? Я не знаю, кстати, сколько он стоит. Здесь цена
цены нету ни хрена. Вот именно на этот. Ну вот видно, что на терабайт продан, на 512 продан, остался на 256 с LCD, ну то есть старая версия. Я не понимаю, нафига она тут нужна теперь, старая кому? Когда вышел OLED. Ну, как бы логично, да? Да, разные компы здесь стоят уже сбор. Это левел или вот есть такого плана. Что это? Да, тоже левел от Ryzen. На Ryzen собран беленький классный комп. Ну, цены вот, сами видите там. Но опять же, разборки я как-то не особо ценю, потому что обычно туда закладываю свою маржу и насекомых, поэтому я бы не стал брать, тем более террариум мне дома нахрен не нужен. На айфоны, кстати, если кому интересно, 14 уже как бы уже все, сейчас 16 выходит, а вот 15 айфон у них до сих пор в цене 180 тысяч за 256 гигов Pro Max стоит. Да, блин, тут мерцает ужасно. Давайте пойдем в другое место. Так. Ну, разные держатели для моников. Это, кстати, очень хорошая тема. Вот я бы тоже такой же взял бы себе удобный. Например, особенно хорошо, если у вас стол не очень большого размера, а можно туда, например, по бокам два таких держателя для двух моников установить. И один посредине. Будет вообще шикарно. Да, стоит 12 тысяч йен. Так, это он, что тут, моники, MSI, Acer. Ну, не знаю, ни тот, ни другой я не видел, как они в реальности работают. По мне, так лучше брать Asus ROG-овские, они по качеству и по картинке лучше. Хотя, сейчас, возможно, что-то поменялось, и Acer лучше, может быть, что-то матрица какую-то делает. Хрен его знает. И Yama. Это японский бренд мониторов. Вот они так вот расположили их. Это для работы с графиками или теми же самыми, там, например, программы для обработки видео или звука. Вот тут показано, как она может выглядеть. Цена у нее указана даже. Это все полностью подписка. Кабу. Асу называется. Ну, не знаю. Четыре моника вот так вот расположены. Если нравится, можете взять. Inspiron Dell. Dell, кстати, ну не знаю. А вот с бэушной уже продаются эти Rock-Ally. Бэушные уже. Кто тут поиграл, не понравилось. 3 месяца гарантии на него. 80 тысяч уже стоит. Ну, то есть, логично, что, блин, лучше взять здесь. Бэушный уже, чем, блин, нахрен новый не нужен. Так, вот они, ультравайт, LG, моники. Ну, LG, кстати, тоже хорошая, сочная картинка, мне нравится. Средняя цена на монитор, на такой хороший, например, как они сейчас там называются, OLED-овские, да, или если вы берете, к примеру, 4К. Ну, 4К сами по себе не дешевые, но вот если он игровой, там 120-165 Герц, я бы взял бы какой-нибудь. Но у нас 240 чересчур, он такой нафиг не нужен. Я бы не рекомендовал брать 240, потому что таких игр-то особо сейчас и нету. Ну и просто комп хорошую игру не потянет на таком фреймрейте. Да. Вот, кстати, у них MSI. 250 аж герц, 31 FHD. Ну, Full HD зачем? Зачем такого размера экрана на Full HD? Ну, как бы смысла нет. Вот галерея. У меня был ноут галерея. Но могу сказать, первые модели ноутов от галереи игровые, они были не очень хорошо продуманы, и охлаждение хреново работало. Ну, здесь, может быть, уже получше все сделали. Это 13700, 16 гигов памяти, 512 SSD, 4060 Ti, 179. Ну, я надеюсь, это вместе с Моникой, хотя не, вряд ли. Это бэушный комп, то есть бэушный комп, видите, вот здесь написано.
пользуются, уже кто-то им пользовался. Ну, бэушные компы, как бы, одно дело, хорошо взять дешево, но я бы не рекомендовал. Возможно, их на них майнили. Особенно там на таких же форсах. Вот Томин неплохой корпус, видите? Такой стеклянный, классно выглядит. Стоит 164. Что у них здесь еще есть? Термонтейковские вот такие корпуса тоже. Но это все вот бэушные компы. Здесь люди просто приносят игровой комп. Нафиг не нужен, он принес и сдал его. Такого плана еще есть. Frontier 259. Что там внутри? 47 Ti, 13700, 64. Давай так сделаем. Вот. 47 Ti. Вот здесь видно 13700 i7. 1 терабайт SSD, 260 тысяч. Ну, такие цены на БУ компы. Видюхи. Это новые видюхи. Здесь 37 Ti. Это уже старые. Сейчас уже 50-я серия выходит скоро. Поэтому смысла нет, я думаю, даже в таких 37 Ti. Тем более от ZATA. Вот азусовские можно посмотреть. Супер. Asus Super 3 4070i 100... Ну а это бэушный товар, то есть это бэушка. Опять же, ну, брать бэушку видяху чревато, можно схлопотать себе быстро проблемы. Ну, мышки игровые, Viper Pro 26 тысяч. Вот у меня Basilisk стоит. Мышь. Хорошая мышь, заряжается быстро все, удобно пользоваться, легкая. Ну, вот я брал, ну, примерно по этой же цене, может, даже чуть дешевле, на Амазоне там бывают скидосы, вот, взял. Остальные я хрен его знает, мышки, если честно. Что-то у меня еще было. Mamba была, но здесь их нету уже. Mamba все, это прошлый век. Она проводная. Да, ну вот Basilisk, да. Но единственное, у них вот эти края, которые мягкие, резиновые, уже начинают потихоньку, ну, там, истираться и с этой стороны, и с этой стороны. И он здесь уже откалываться начинает. Ну, как бы, уже резина дает все знать. Ей уже 4 года я мыши пользуюсь. Ну, долго достаточно. Но батареи держат отлично. То есть, у них проблем никаких. Кстати, коврики. Средняя цена 5000 йен. Вот на ковер. Да. О, кстати, хорошая вещь. Вот если у вас дома есть комп или вам лень там чистить, вот, покупайте такую штуку. Офигенная вещь. Либо такую, либо такую. И можете забыть про эти проблемные чистки. Заходите просто в подъезд или куда-то на улицу, выносите комп, включаете этот блоуэр и прям... Все нафиг, выдувает всю эту дрянь изнутри. Это очень хорошая штука. Ну, кресла такие. Не знаю, ноунеймовские, я не знаю, такие даже кресла. Да. Микрофоны Razer тут, ну, это уже так, аксессуары разные, атрибутика. Вот Black Shark. Вот у меня... Это проводные Black Shark, а я брал вот прошки вот такие. Беспроводные, но тоже со скидосом я брал меньше, там 23 где-то так около того брал. Эти, конечно, блин, ну, дороговато стоят, на Амазоне дешевле можно найти. Про версия, ну, хорошие наушники, да, долго держат заряд, можно где-то 4 дня вообще без подзарядки можно играть. Вот. Бывает, там неделю пользуюсь, там иногда забываю поставить, и на неделю вот так, если чуть-чуть, по чуть-чуть там я захожу там в комп, там сижу, слушаю или фильмы, или музыку, или там игры какие-то. Вот отличные наушники, там и звук хорошо сделан. По-моему, 7.1 он, если мне память не изменяет. У него там этот THX подключен, этот рейзеровский. Да, ну подешевле вот вариант, вот такие, Black Shark X. За 6400, ну, в инете можно вообще, за, по-моему, за пятерку найти. Да, ну, клавы, Huntness. Это вот последняя версия из
рейзеровских клав, Huntman с этими, с оптическими свечами, уже не механические, а оптические, да, они не кликают, но есть и с кликанием, то есть есть специальные оптические, но еще со звуком, вот. Не знаю, если честно, вот красные — это вообще прям экстремально очень быстрые свечи, я бы не рекомендовал такие ставить, потому что там просто палец положишь вот так на клавиши, и она прожимается, а он реагирует буквально на 1 миллиметр, то есть вот 1 миллиметр нажал ты чуть-чуть, вот буквально, и все, и срабатывает клавиши, то есть очень неудобно, вот, поэтому если брать, то ну хотя бы либо такие фиолетовые, которые не так быстро срабатывают, вот, либо вообще брать, которые механические, чтобы они реально держали палец, пока ты не сам не нажмешь, вот такого плана. Да, тут всякие мыши, это от Logitech, или он Logicool, как он называется здесь. Чего тут только нет, я не буду уж все перечислять, потому что, ну, большая коллекция здесь. Кстати, да, вот с этой стороны это старые вещи, вот, если кто хочет там прикупить какие-то вот старые CD-ROM, там, по 300 йен, там, эти Blu-ray проигрыватели за 1000 йен, или разные видяхи, вот тут вообще древние, по 1000 йен, типа такие вот MSI, вот, 1000 йен стоит. Ну, люди просто старые компы или офисные компы приносят сюда, они разбирают и вот так вот сортируют тут и цены, ну, плюс-минус там от 300 до 1000 йен, где-то так вот за мать. Сколько она здесь, кстати, стоит? А, ну вот, 3200 вот стоит. Ну, это так уже блушка. А из нового, ну, ноуты здесь, конечно, я не знаю. Сейчас, конечно, кому интересны эти ноуты, но тем более это офисные все. Тут даже делать не все. И офисные компы вот такие маленькие. Optiplex они тут, разные модели. Ну, Моники самые такие недорогие. По 6 тысяч, по 5, по 7. То есть можно комп собрать для офиса там в пределах 30-ки. 30 тысяч йен. Это где-то 15 тысяч рублей. То есть, опять же, повторюсь, если у вас проблемы с конверцией денег, сейчас очень просто. Просто делите вот эту сумму пополам, и будет рубли. Вот Outlet, MSI здесь продают. Giga. Ну, что тут только нет. И Yama вверху. 32 дюйма почти там. Ну и здесь вот, кстати, Level компьютер. Ну, 4060 обычная стоит. Скажем так, DDR6. Видяха не очень. Но с этой видяхой сейчас, как бы, можно сказать, вообще самый минимум только. Это как вот такая сборка минимальная. Брать уж так надо, либо 4070 Ti, или, ну, как минимум. Или лучше вообще дождаться 50-й версии. Там уже будет все ок. Да. Вот такая вот еще сборка. Тут CPU, Core. Там вот у них, кстати, они уже замеряют это через пробу и показывают оценки этой скорости там в программе. Очки. Сколько набрала данная сборка. Вот, кстати, здесь тоже у них есть графические карты. И сколько чего, ну, сколько очков каждый из них набирает и сколько потребления идет. Да, но опять же, зависит от того, там, разогнали или не разогнали. То есть стандартные версии здесь сравниваются. Если вы хотите гнать там, и вы знаете, какая лучше там подойдет, то там уже сами смотрите. Да, ну, так вот. О, кстати, хороший какой корпус. Вот я себе брал не такой вот серебристый, у меня черный. Этот Rock Strix, это... Забыл название там, блин, Helion, или как там он так называется. Вот. Хороший корпус. Ну, а здесь сборка у него стоит 139. Он такой белый внутри. Там вообще красота. У меня вот черный, у меня тоже черный внутри. Как бы.
Ну, хорошее, охлаждение хорошее, и тут вот 9 ставит у него. Вот, кстати, ну, 11, правда, ну, хрен знает. Контроль вот у него этих самых есть. Это заглушки-то на эти USB-шки. Type-C тоже USB-шный этот самый заглушка ставит. Управление вентилятором, управление подсветкой. То есть все как положено. Ну и удобный доступ, там кабель менеджмент, все дела, то есть все аккуратно сзади. Да. Вот такой вот магаз небольшой. Здесь разные компы. Я смотрю, только в основном левел. И характеристики. Вот максимальная цена, которую я нашел здесь, это вот это. Стоит DDR5 32 гига, 1 терабайт, SSD-шник 4090 и процессор i9 14900KF. Ну и как бы цена уже... Ну могу сказать, что 4090, если не Strix, она 200 стоит, 50, по-моему, 240. А если Strix-овская версия, то можно найти где-то за 270 было здесь. Ну, сейчас уже их практически нет, уже раскупили. Вот так это. Вот такой вот небольшой обзор магазина. Вообще, что в последнее время здесь продается в Японии. Но особо нету изменений, потому что, я так полагаю, они поменяли свою политику, и сейчас новые сюда не особо возят. Будем ждать вот этот магазин. Вот этот магазин должен скоро открыться, там его отремонтируют, и уже опять будет там игровая зона и все остальное. Можно будет посмотреть, что в нем есть. Ну вот и все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, ну и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании, где я публикую все изменения о канале, а также новые видео. Ну все, до новых встреч, увидимся.